Глубины дарят мусор. То, что не видно глазу, но вредит окружающей среде. Профессиональные аквалангисты окунулись на дно озера городского пляжа, чтобы вернуть ему первозданный вид. Ух! Водичка впитывается в костюмчик. Тепленькая. Их цель – очистить подводную территорию, где может ступить нога человека, чтобы те, кто пошел поплавать, не получил травму от битого стекла или брошенных металлических предметов. Чего только не встретили аквалангисты на дне. Помимо бытового мусора были детские игрушки, элементы одежды и даже деньги. Ну а самой популярной находкой стали солнцезащитные очки. Бытовой мусор мало, частично, но это радует. Это радует, это значит, наши жители нашего города прислушиваются к деятельности экологической нашей группы, ну и вообще к этим просьбам о том, что соблюдать чистоту и порядок. Даже, вы знаете, детское шаловство, забрасывание камней, бутылок мы не нашли. Зато бутылки и прочий оставленный отдыхающими людьми мусор нашелся на суше. Пока дайверы чистили дно водоема, другие экодобровольцы прошлись по прилегающей к пляжу территории. И судя по количеству банок, пластика и целлофана от пищевых продуктов, можно уверенно сказать, пляж пользуется популярностью, причем не у самых опрятных граждан.